Помысл Божий. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое промысл Божий? Промысл Божий — непрестанное проявление в мире всеблагой, всепремудрой и всемогущей воли Божией. Непрестанное действие Божие, направленное на сохранение и развитие мира, все обращающее ко благу, направляющее к вечному спасению человечества в целом и каждого человека в отдельности. Бог провидит и участвует в жизни людей, но часто не вмешивается в нашу жизнь видимым образом, чтобы наша свободная воля могла осуществлять добровольный выбор. Промысл Божий означает, что на каждом этапе нашей жизни Господь поставляет нас в такие условия, при которых мы могли бы сделать свободный выбор в пользу добра, правды, справедливости и через это восходить к Небесному Отцу. Иногда Бог предостерегает нас от будущего, к которому мы несемся на всех парах. Промысл Божий как бы ставит нам подножку, чтобы мы упали раньше, чем свалимся в яму, которую еще не видим. Пусть будет разбита коленка, зато сохраним целую голову. Если ты хочешь знать Божий промысел, определи, каков твой христианский долг в той ситуации, в которой ты сегодня находишься. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек знанием. Да храни вас Бог!